Сегодня у меня для вас очень простой, но по-своему забавный эксперимент. Я надеюсь, он вам понравится, и вы легко догадаетесь, что здесь происходит, как и почему. Очень простой реквизит. Смотрите, нам понадобятся обыкновенные теннисные шарики и алюминиевая баночка пустая. Точнее, ее нужно будет сверху обрезать, чтобы получился стаканчик. Вот такой вот легенький. Видите, он гнется весь. В принципе, вместо него можно брать и пластиковый стаканчик, или бумажный. Главное, чтобы его форма была более-менее цилиндрическая. Теперь мы берем наш шарик и кладем его внутрь этого стаканчика. Сверху мы помещаем второй шарик и переворачиваем всю конструкцию вот таким вот образом и прижимаем пальцем. Если уберу палец, что произойдет? Да ничего, все правильно. Ой, улетел шарик. Ничего не произойдет. Теперь усложним задачу и добавим третий шарик. Но предварительно я опять же бросаю внутрь один шарик, второй, переворачиваю. И сверху, вот сюда, в эту канавку, я просто аккуратненько поставлю третий шарик. Вот таким вот образом. И теперь очень осторожно двумя пальцами я возьму и подниму этот шарик. Оп. Смотрите, и стаканчик подпрыгивает. Подпрыгивает. Почему так происходит? Кто догадался? Еще раз. Бросаем один шарик, второй. Переворачиваем. И сверху кладем третий. Осторожненько. Стаканчик подлетает. Опять. Вот такой фокус. Теперь я беру те же два шарика, помещаю один над одним. И делаю то же самое, но без третьего шарика. И ничего не происходит. Вот такой вот интересный фокус. Кто догадался, что здесь происходит?